Друзья, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, часто нам, батюшкам, в интернете задают вопрос, чего вы лезете в интернет, в YouTube? Скажите, ну, ваше частное мнение, как вы к этому относитесь? Нужно, не нужно? Наше мнение, что нужно, конечно. Потому что православие нужно развивать. Это замечательная наша вера, которая должна идти к молодежи. Потому что всякие радикальные течения идут на YouTube, идут на разные сайты и так далее. А наша замечательная православная вера тоже должна идти спокойно, без всяких проблем. Не нужно об этом, не нужно говорить, что чем-то не тем занимаемся. Все нормально, мы поддерживаем вас. Целиком и полностью мы за, потому что молодежь сейчас очень развита в этой сфере, и все знают, что такое интернет, даже самый маленький ребенок. И церковь прийти не всегда получается у человека, а вот именно заняться, зайти в компьютер, посмотреть блог и понять, что православие — это доступная религия, доступная, открытая. И вот в Ейской епархии есть своя атмосфера, правильно, блог, отец Сергий, и вот предприниматель. Это все нужно делать, нужно развивать, и процветания мы желаем от всего нашего коллектива. Друзья, вы видели сейчас мнение группы арт, группы Ларго. Я напишу ссылку. Замечательная группа, всем рекомендую. Классные пари и профессионалы своего вокального деятельности. Удачи вам, ребята.